Всем привет, с вами Надежда. Добро пожаловать на канал Куликова & Ко. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию мастер-класс украшения с цветами из узкой ленты на прическу, пучок или гульку, которая делается вот с таким бубликом. Список материалов вы найдете в инфобоксе. Мы начинаем. Для изготовления лепестков нам понадобится отрезки лент 12 на 60 мм. Начнем с белых лепестков. Складываем ленту под углом, а затем совмещаем края. Далее складываем кончик гармошкой. Зажимаем пинцетом и оплавляем край. Для цветка нам понадобится 10 таких лепестков. Из красной ленты делаем плоские лепестки с тычинками. Складываем ленту под углом, совмещаем концы. Кончики лепестка складываем к середине. Оплавляем над огнем. Возьмем две тычинки, складываем их пополам. Приклеиваем к лепестку, прижимая концом пинцета или лопаткой. У меня это ненужная маникюрная лопатка. Обрезаем выступающие концы тычинок. Таких лепестков также понадобится 10 штук. Верхний слой – это отрезок органзы 2,5 на 20 см, собранный на нить. Собираем, стягиваем и закрепляем нитку.
начнем собирать наш цветок. Лепестки красного цвета приклеиваем между лепестками белого цветочка. Намазанный лепесток приклеиваем как можно быстрее, чтобы тычинки на нем не успели отклеиться. Сверху на цветок приклеиваем деталь из органзы. Украсим серединку кабошоном. Для всей нашей композиции нам понадобится 5 таких цветков. Берем эластичную тесьму. Для бублика диаметром 9,5 и 10 см нам понадобится 30 см тесьмы. Если же у вас бублик другого диаметра, то необходимую длину можно отмерить, обернув бублик тесьмой чуть-чуть ниже середины. Именно так будет располагаться готовое украшение в прическе. Чтобы цветочки можно было перемещать вдоль тесьмы, сделаем основу из фетрового пятачка диаметром 3 см. Подкладываем его под тесьму и отмечаем ширину ручкой. Складываем пополам и надрезаем. Далее берем кусочек репсовой ленты шириной 6 мм и продеваем его в надрезы так, чтобы получилась небольшая петелька. Закрепляем концы клеем, обрезаем лишнее и оплавляем край. Приклеиваем основу к цветку. Теперь нанизываем цветочки на тесьму и склеиваем концы. Чтобы закрыть стык тесьмы, сделаем бантик. Отрезок ленты 5 на 24 сантиметра складываем пополам, отмечая середину. Сшиваем и стягиваем, формируя бант.
Из отрезка органзы 5 на 25 сантиметров с помощью шаблона сделаем еще один бантик. И скрепляем его с белым. Приклеиваем готовый бант на стык тесьмы и закрываем серединку отрезком ленты шириной 12 мм. Украшаем серединку кабошоном, таким же, как и на наших цветочках. Все готово. Такие цветочки хорошо смотрятся не только в цветном, но и в однотонном варианте, а также в виде резиночек или зажимов. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал Куликова & Ко. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч!